Прекрасно. Прекрасно и далеко. Не так, будь ко мне жестоко. Так что там про анализы? Чё? Несешь ты, значит, в коробке спичечном анализ свой. Ну, там как ушата. Лежат, блядь, ёпта, в автобус сажусь, а там щипачи, понял, блядь. Раз смотрю, блядь, рука залезла, думаю, хуй с тобой. Иши, иши, ёпта. Смотрю, спиздил. Думаю, что с тобой будет, падла, когда ты это откроешь, ёпта, нахуй. Думаю, удивишься, ёпта. А он типа это, бакканализ у тебя украл. Украл, нахуй. Он думал, там кошелечек у меня там какой-нибудь. А там это... А он хуяк, понял. Спичечной коробочки на яйца глист. А спичечная коробочка, она еще, блядь, завернута в бумажечку, ну, чтоб не воняло, ну, нахуй, ёпта. И в пакетике. Целлофаном. Он такой, раз, смотрю, шарь, рука, думаю, ёпт, давай, милый, блядь. Действуй. Действуй, злодействуй, ёпт. Смотрю, раз такой, и прям двери открываются в троллейбусе, раз, выскочил, думаю, вот фраер-то козырной, ёпт. Думаю, блядь, сейчас ты, блядь, удивишься, блядь, за угол зайдешь, ёпт. Подумаешь, деньги нашел, ёпт, мать нахуй. А там, блядь, скверный запах, нахуй. Юрик, а ты сегодня этим викингизмом занимался? Блядь? Да, конечно, ёпта, я им всегда занимаюсь. Кольчугу одевал, да, сегодня ну, себя? Да. Вот человек коньяк на морозе пьет, блин, и себя прекрасно чувствует. Ну как? Мороз врагов уничтожает, а нас бодрит и веселит. Да, Юра?